Задать вопрос и ознакомить с проблемами лично. Профильные замы и руководители ведомств продолжают встречаться с жителями как в городской, так и в сельской местностях. Задача максимум – попасть в каждый двор и узнать все проблемы наперечет. Вратчина. Встреча с представителями администрации состоялась по адресу улица Некрасова, дома 14, 12, 13, 10. Это все отваливается, потому что это было не потому, что здесь кто-то ходил, пинал, да? Вот, а потому что это некачественно было положено. Это нарушение технологии. Местные жители настойчивы в вопросах благоустройства. Вратчина проживает более 1000 человек. Много детей, есть дом культуры, детский сад и школа. И, конечно, в интересах сельчан сохранить и деревенскую гармонию, и качество жизни в многоквартирных домах. Очередная встреча с жителями, соответственно, есть несколько заявителей. 9 проблемных моментов зафиксировали. Есть проблемы по качеству ремонта подъездов, которые в том году ремонтировались. Небольшие дефекты, эти дефекты заактировались, соответственно, будет подана претензия подрядчику со стороны управляющей компании. Приедут, соответственно, специалисты, и директор приедет. Я сейчас на обратном пути ему дам поручение о том, чтобы они составили акт. Составили акт и с вашим участием, чтобы вы подписали, что действительно есть дефекты. Хорошо, я этого с декабря месяца и добивался. Ну, все сделано. Хорошо, что в деревне есть жители с активной позицией. Старшие по домам, которым глубоко не все равно, что происходит в их родном уголке. Они тщательно следят за качеством проведения работ, о том, соответствуют ли нормам законов услуги ЖКХ. И хотя часто договориться непросто, консенсус все же находится, и дело не стоит на месте. Самая наглядная проблема здесь – это оставшийся неблагоустроенным участок внутридворовой дороги. Большая серьезная авария была здесь буквально несколько лет назад. После этого весной еще одна авария была. После этого в апреле еще одна авария на одном и том же месте. Вот. Действительно, это сложный ввод в дом, действительно сложные коммуникации изношенные. Вот. В принципе, достойно коммунальщики отремонтировали, сделали, но не восстановили дорожное покрытие. Соответственно, временные восстановления сделали. Вот. Есть гарантийные сроки, в эти гарантийные сроки обещают до начала августа, соответственно, постараться закончить. Там участок большой, но он какое-то время подтекал, и из-за этого, соответственно, сроки восстановления переносились. Подобные встречи с жителями проводятся уже на традиционной основе. Каждую неделю представители администрации посещают новый микрорайон или село, или деревню, чтобы всегда быть в курсе проблем населения и знать, какие задачи нуждаются в первостепенном решении. Татьяна Колганова, Евгений Страдубов. Новости Искровект.